Праздник молодости, энергичности и позитива. В Ульяновске отметили День молодежи. Основные праздничные площадки работали в центре города весь день. Зажигательные танцы, песни, многообразие тематических площадок, каждый мог найти развлечение по душе. Для меня отрадно видеть в каждом мероприятии то, что много молодежи. Молодежи с горящими глазами, которые готовы подключаться ко всем проектам. Им просто нужно чуть-чуть добавить смелости, а мы полностью открыты и готовы реализовать все их возможности и предоставить эти возможности. Все площадки разделили по интересам. Для любителей активного отдыха на Новом Венце работало пространство креатива. Там для молодежи организовали буккроссинг, литературный пикник, предложили потанцевать на фестивале «Сотка» и поучаствовать в мастер-классе по стрит-арту. А в точке туризма жители познакомились с туробъектами региона. Представили экстремальную технику, джип и гидроцикл и рассказали об эмоциях, которые получает человек, садясь за эти виды транспорта. Во время того, как ты водишь такую экстремальную технику, ты чувствуешь себя совсем по-другому, потому что это добавляет себе немного адреналина, при этом это еще и безопасно. То есть ты чувствуешь себя экстремальным гонщиком во время вождения, допустим, даже джипом. Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия подошли к поздравлению молодежи креативно и предложили ребятам найти свою любовь. На площадке «Давай поженимся» можно было попасть на так называемое свидание вслепую, найти себе пару и, возможно, обрести любовь всей жизни. Но кроме развлекательных площадок, не забыли организаторы и про профориентацию и поиск работы. Каждый вуз региона подготовил интересную информацию для абитуриентов. От Ульяновского авиационного колледжа работала площадка «Профессионалитет». А найти работу в один клик можно было на площадке службы занятости. Мы хотим, чтобы ребята, приходящие на эту аллею трудоустройства в День молодежи, чтобы они обратили на нас внимание, знали, что Авиастар сегодня совсем другое. Это предприятие, которое сильно развивается, на котором сейчас меняется, и мы сегодня делаем новое будущее. В вечернее время прошел праздничный концерт с участием танцевальных коллективов, кавер-групп и приглашенной группой «Комедоз». Праздник молодых проводится уже в 65-й раз. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Управда ТВ.